Сотрудники госпиталя просят помочь нам с реанимированием этих носилок. Катастрофически не хватает носилок. Видите, они, к сожалению, окровавленные, рваные. И нужно перетянуть вот эти основания металлические оставлять, а ткань вот эту нужно перетянуть. Поэтому, кто может, обращаюсь к вам, прошу о помощи. Кто у нас есть пошивочные мастерские, какие-то склады сварщики. Или сварщики, да, сварить вот эти основания нужно. Ну что, нашим женам-мироносцам большое спасибо. Хорошо прошили. Вовремя, во-первых, потому что их реально прям у нас совсем не осталось там. Вот, то есть прям вот своевременно. Спасибо большое всем, кто вложил этот замечательный практически подвиг свои силы. Дай вам Бог здоровья, благословения. Ну, прям выручили, реально выручили. Потому что у нас уже все вот опять ломано-переломано. И если у ребят есть еще возможность, то мы бы тоже еще попросили бы помочь, повторить. Как бы вот. Уже по накатанной лыжне, может быть, проще будет уже. Там остался, может, материал. Вот. Будем вам безмерно благодарны и молиться за вас. Дай вам Бог здоровья. Дорогие братья наши Троицкого храма и мироносицы, вот ребята передают еще просят еще помогать им, потому что это очень ходовые вещи и сильно не хватает. Поэтому просим вас еще потрудиться и еще вот эти вот изготовить.